Вот первый джекпот в игорной зоне. Мощно, грандиозно. Ого! Коррупционеры будут приезжать сюда и спускать миллионы. И первый плюс – это солидные... Здравствуйте, с вами крымчанка Аполлинария Гордиенко. Продолжаю освещать самые обсуждаемые новости нашего полуострова. И сегодня у нас с вами на повестке дня такая новость. Был Коцивели, а стал Лас-Вегас. Вот на этом месте уже скоро в Крыму появится законная игровая зона. И покер, и блэкджек, и рулетка, и прочие прелести. Сейчас покажу вам документ, подписанный Дмитрием Медведевым на этот счет. Вот оно, распоряжение правительства Российской Федерации создать игровую зону «Золотой берег» на территории муниципального образования городской округ Ялты. Давайте вместе рассмотрим все плюсы и минусы данной идеи. Академия наук СССР начала стройку вот этого объекта еще при Союзе. А теперь вот ведь как, наука не нужна, нужно казино. Это, конечно, ужас. Состояние Припяти какое-то. Все в лучших традициях советской архитектуры. Мощно, грандиозно. Хочу вам сказать, что некоторые люди даже рады, что снесут наконец-то этот недострой и здесь как-то облагородят территорию. В этом месте, в настоящий момент, когда я снимаю это видео про будущее казино, произошло нечто невероятное. Вот тут прямо на дороге валялся пакетик. На нем было написано «Рубин». Смотрите, это, не знаю, драгоценный камень или нет. Вот так вот он переливается на солнышке. Вот первый джекпот в игорной зоне. Огромный рубин. Прошу владельца, кто потерял, напишите мне и опишите пакетик, в котором лежал этот камушек. Я вам верну, потому что, я думаю, он стоит денег. Изначально рассматривали Симферополь, Коктебель, Гаспру, но остановились на Коцивели. А что? Здесь южный берег, тут и природа получше, и... Люди побогаче отдыхают, ведь Мрия рядом. Путин еще в 2014 году подписал закон о создании игорных зон в Сочи и в Крыму. Целых 5 лет у нас собирались. Обсуждали и выделили земли под казино в Гаспре. Но потом передумали. Возможно, кстати, потому что там жители взбунтовались. Они хорошенько взбунтовались. Какой вид открывается. Гора Кошка. Забора нет. И мы сейчас с вами попадем на территорию недостроя. Пробираюсь на всеми любимый пляж. Ну, строился этот санаторий, строился. Потом Союз развалили. Стройка, конечно, заморозилась. И в этих краях поселились нудисты. Я этим летом нечаянно на них напоролась. Вот тут вот ролик вам оставлю. Да, жутковатое местечко. Подъезд такой хороший. Сколько ж тут этажей. Ну, в целом, игорная зона, это же не только казино. Там целый комплекс будет развлекательный. И рестораны, и гостиницы, все там будет. Ого! Уже как будто бы позбивали плиты. Да, конечно, такие тут ощущения странные находиться. Но и опасно. Каска все-таки нужна. У кого есть ненужная каска, присылайте. Потому что сплошные стройки в Крыму в межсезонье. Некоторые несогласные граждане говорят, да не будут здесь строить эту зону. Тут же до аэропорта очень далеко. Ну и пробки на дорогах летом. Ну знаете, хочу вам сказать, вот тут вот недалеко Мрия, и все лето туда благополучно приземляются то и дело вертолеты. Так что кто будет тут играть... Он просто на вертолете переправится. Никакие пробки не страшны. Так что летом 2020 года мы ожидаем наплыва не простых туристов, а богатых игроманов. Как вы думаете, где их взять на столько игровых зон?
И в Сочи же есть игровая зона нормальная. Зачем еще здесь? Не зря выбрали южный берег Крыма. Здесь столько сосен, воздух потрясающий, там горы, море в непосредственной близости. Можно будет не только поиграть и заработать, но и оздоровиться. Хотя сомнительный заработок, да никто и не зарабатывает в казино, только выигрывают, да и то не всегда. Если уже проиграете, денег вам никто не вернет. Другое дело покупки в интернете, например. Кстати, вы знали, что при помощи кэшбэк-сервиса можно часть потраченных на покупки денег вернуть обратно? Я пользуюсь Smarty Sale. Это сервис умных покупок, потому что здесь высокие ставки по кэшбэку в большинстве популярных интернет-магазинов. Вот смотрите, какой большой перечень. Одежда, техника, косметика, книги и даже с брони в отеле можно вернуть часть средств. Я уверена, что вы хоть в одном из этих магазинов точно делали покупки. Минимальная сумма для снятия практически отсутствует. Мгновенная выплата удобным для вас способом от пополнения мобильного до вывода на карту банка. Переходите по ссылочке под роликом, регистрируйтесь и экономьте вместе со Smarty Sale. Жутко здесь, правда? Имена инвесторов не афишируются. Я почему-то шепотом говорю, наверное, из-за санкций. Нет, место так навевает. Давайте о минусах. Их мало, но они, конечно, очень весомые. Но в первую очередь жители близлежащих домов все-таки опасаются того, что их могут куда-то переселить, что позарятся на их земельные участки. Я, честно, не знаю, правда это или нет. Возможен такой ход развития событий или же нет? Как вы думаете, напишите. Вот такой минус. Потом минус. Конечно, все люди говорят о том, что казино – это лохотрон, и нечего обманывать людей. Часто можно услышать, что казино – это наркопритон, что здесь будут сплошь и рядом наркоманы, загубят Ялтинский регион просто на корню. Следующий минус – игромания. Я вообще не игрок, ни во что не играю, меня этим не заинтересуешь. Мне больше книги, какие-то лекции послушать, вебинары. Но я знаю, что сейчас сплошь и рядом девушки в каких-то фермах, мужчины в танках, каких-то самолетах и корабликах. То есть сплошь и рядом люди играют, и от этого бывает даже семьи разваливаются, потому что человек уходит с головой в этот виртуальный мир. То есть игромания – это прям бич 21 века. Самым огромным минусом, конечно, будет для всех нас, для крымчан, для всех отдыхающих – это потеря лучших пляжей. Все вот эти берегоукрепительные сооружения делались тогда же, когда возводился объект. Местные приезжие обожают сюда ходить на пляж, так как вода чистейшая, галечка мелкая, берег не размывается, здесь достаточно широкие полосы пляжа, и их много. Здесь никто не ютится, как, например, в Ялте в самой. И вот мы-то боимся, что не сможем больше сюда ходить. Да, конечно, кто-то скажет, что так здесь же сделают шикарные пляжи. И да, такое планируется, что здесь будет просто восхитительная какая-то пляжная зона. В Мрии сделали уже великолепную пляжную зону. Но дневное посещение территории Мрии, насколько мне известно, стоит 3000 рублей. Много вы находитесь на такой пляж? Вот за это прям душа болит. Потому что такое впечатление, что уже скоро местные будут ездить за границу, чтобы полежать на пляже. Ну, если, конечно, закроют этот берег. Ну, а что мы только о минусах и о минусах? Что же нам положительного сулит
игровая зона «Золотой берег». И первый плюс – это солидные поступления в крымскую казну. Нам даже говорят, что счет пойдет на миллиарды. Второй плюс – это рабочие места. Много рабочих мест. Ну, кто же поспорит, что рабочие места – это прекрасно? Так что еще из других регионов к нам поедут работать. И третий плюс – это приток состоятельных туристов. Следующим плюсом будет грандиозный толчок в развитии всего Ялтинского региона. Наконец-то снесут все эти недострои и облагородят территорию. Также игорная зона в Крыму может привлечь рекордные инвестиции. А еще в Крым просто хлынет поток иностранных туристов. Все-таки плюсы больше перекрывают минусы или наоборот? В сети, конечно, разразились такие дебаты по всему этому поводу. И, конечно, все люди против. Очень мало кто высказывается за и видит какие-то прям перспективы. Не знаю, может быть, мы узкомыслим. Ну, конечно, игорный бизнес должен привлечь тех людей, у кого есть деньги, а не соцработников, которые отдыхают в Крыму бесплатно и мало что покупают. Часто можно услышать, что все коррупционеры будут приезжать сюда и спускать наши миллионы, улыбаючись. Сейчас это настоящий Золотой берег. Посмотрите, как осень позолотила листья. И так жарко, градусов 20. А с вами была Полинария Гордиенко. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать видео с самыми насущными нашими проблемами и радостями. Жмите колокольчик. Напишите, конечно, приедете вы поиграть здесь, в казино в Крыму.